И вот когда вся стая полетела зимовать на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала: лично я полечу прямо на солнце. И она стала подниматься все выше и выше, но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он ни летал, никогда не отрывался бы от коллектива. Что случилось? Что? Что такое, дорогой? Птичку жалко.